жена певца Татьяна Дэвис не справилась с недугом. Сегодня Прохор Шаляпин сообщил о смерти избранницы. Для него произошедшее стало потрясением. Поклонники до последнего надеялись, что жена Прохора Шаляпина сможет справиться с недугом. Он и сам молился за избранницу, хотя и находился далеко от нее. Сегодня Татьяна Дэвис скончалась. Эту новость певец подтвердил в социальных сетях. «Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет. Прощай, моя Танюша. Я буду помнить и любить тебя всегда», — сообщил артист. Музыкант посвятил избраннице стихотворение, в нем он признался, что его сердце навсегда разбито. Напомним, что Прохор женился на канадской миллионерше 31 июля в Лас-Вегасе. Тогда о романе Шаляпина и Дэвис знали только их самые близкие друзья. Для поклонников внезапная свадьба артиста стала неожиданной. Еще больше их шокировало то, что спустя пару недель после церемонии Татьяна оказалась в больнице с обширным поражением легких. Практически сразу после госпитализации супруги Шаляпин уехал из США в Россию. Артист подчеркивал, что поддерживает связь с родственницами избранницы и молится за нее каждый день. Он до последнего верил, что Татьяна справится с коронавирусом, но этого так и не произошло. Проведя на аппарате ИВЛ больше месяца, женщина скончалась. Теперь Шаляпину придется заниматься организацией похорон возлюбленной.